Народ, всем добра. Сегодня у меня день видео. Поэтому хочу продолжить эту тему. Что-то мне вот творчество проснулось. Поговорим о пассажирских перевозках в игре Euro Truck Simulator 2. Если вдруг кто-то будет смотреть и не знал, есть такая возможность возить пассажиров на автобусах, но для этого нужны специализированные моды. Здесь я сегодня изгалялся, пробовал пассажирские перевозки запустить на ProMods. Но вот в таком классическом варианте с модами SoftTransBus он не запускается. Пассажиров можно возить в коннекте с карты Южная Америка. Видосик там будет предыдущий, я ссылочку в конце оставлю. У них есть свои грузопассажирские перевозки. Получается, на карте Бразилии и в промоте можно возить. Но в чем проблема, что карты там очень тяжелые, сам промоц и сама Южная Америка. Поэтому у меня в компе, например, она очень долго-долго прогружается. Не каждая машина всех потянет. Поэтому решил сделать сегодня такой более легкий, лайтовый вариант. Так, погнали. Первое, заходим в ВК-шечку и скачиваем мод на пассажирские перевозки. Ссылочку я оставлю в группе SoftTransBus. И у нас, нам нужно скачать вот таких три мода. И первый ставим пассажиры Европы, то есть включаем Европу, пассажиры Иберии 1.47. Ну, это сам прицеп на пассажирские перевозки. Потому что в игре так реализовано, что пассажиров мы возим в прицепах. По-другому, к сожалению, на данный момент нет. Потому что изначально игра вообще не предполагала возить пассажиров. Поэтому вот эти три мода ставим в начале. Следующее добавляем моды автобусов, которые вам нравятся. Первое всем, что я порекомендую, вот я тестил, это мод, вот этот мод, это Mercedes. В таком порядке ставим сам автобус и на него скины. Очень классный мод. Он даже по своим параметрам и возможностям перебил мой любимый Карус. Ребят, кто его играет, вот там есть мод Неоплана. Его не ставьте ни в коем случае. Потому что у него есть такое свойство. Он замещает, например, следующие моды своими звуками и как-то влияет на физику поведения машин. Например, если с этого Неоплана вы пересаживаетесь в МАН, МАН вот так вот начинает прыгать. Опять же, картиночку сюда вставлю, покажу, чтобы вы не маялись, потому что очень много я автобусов перебрал, и вот остановился на этом варианте. Вот этот я еще не тестил, но по отзывам он неплохой, это стимовская версия. Ну и сюда воткнул свой любимый Карус, SoftTransBus, как же без него, User Skin. Сисел Мегапак и это автобусный Сисел Мегапак и Сисел Мегапак это стимовский вариант. В принципе, вот на этом, грубо говоря, можно останавливаться. Ну, мне как-то, вот я привык к модам. Дальше мне идут стимовские моды, кроме подложки. И поэтому идем дальше. Вот это набор звуков. Игра становится более атмосферная. Это все качаем со Steam. Вот это звуки железнодорожного состава. То есть он абсолютно по-другому звучит. Мне тоже очень нравится. Это дождь. Вот именно само ощущение дождя, как он капает. Ну, очень сильно меняет в лучшую сторону. Вот это очень интересная и нужная вещь. Это получается такой на лобовом стекле у вас будет навигатор. Кроме этого, например, у нее есть разные функции. Сколько километров до конечной точки. Показывает направление, как на стандартную карту, на какой скорости вы едете в данный момент. И там есть иконка режима сна и отдыха. То есть, если вы пользуетесь этой иконкой, в принципе, если вы пользуетесь, включаете режим сна и отдыха, тогда это очень актуально, то возникает такая ситуация, когда вас водитель не рассчитал время, просто задремал на ходу. Поэтому вот, так как я использую в автобусах режим сна и отдыха, вот я им пользуюсь. Следующий мод это радар-детектор, который предупреждает о превышении скорости, предупреждает о радарах,
иногда пунктах оплаты. Ну, он мне нравится, я им пользуюсь. Кроме того, я еще установил сюда Яндекс.Навигатор, все голоса. Есть там вариант, например, Мастер Йода, который реально стоит у моего друга. Ну, сейчас я вот польскими пользуюсь, что-то вот мне подтянуло. И вот следующие еще три мода. Это связано с освещением фар, они улучшены. И с освещением ламп. Именно от фонарных столбов свет очень красиво падает в ночное время. В общем, супер. Еще как вариант, можно установить, где-то там был мод на заправке. Вот, тоже ночью освещаются заправки, вот он, ну, я решил пока не трогать. Ну и долго-долго думая, я установил сюда вот такую подложечку. Все. Вот, в данный момент все, что нам нужно для пассажирских перевозок. Но еще раз говорю, может, еще раз вернемся. Если вы не хотите заморачиваться, то вам достаточно вот этих модов, да? Вот пассажир Европа, пассажир Иберия, то есть контракты появляются на перевозку. Транспорт, прицепы, в чем мы возим для людей. Ну и сюда можете воткнуть все свои средства передвижения, автобусы, которые вы хотите. В принципе, вот эти три мода достаточно для того, чтобы заниматься пассажирскими перевозками. Так, прогрузились карты, ребят. Сейчас немножко практически покажу, как это делается. Вот на этом прекрасном Мерседесе, который перебил мне даже Икарус. Видите, находимся мы на пассажирской станции. Для того, чтобы заниматься пассажирскими перевозками, вам нужно купить прицеп. Он бывает двух видов. Бывает туристический, бывает международный. Междугородний. Междугородний — это близкие расстояния, это 200-300 километров. Туристический — там от 1500 до 3000 можно ехать. Я ехал вообще... Да, самый большой маршрут я ехал, по-моему, 6000. Но это в Бразилию. Совместно с промоцем. Вот такой... На Икарусе причем. Вот такой у меня был маршрут. Так, погнали. То есть выбрали прицеп. Еще очень важно... Yes, мы это силили. Еще важно прицеп цеплять в гараже, находясь в гараже. Потому что, например, если у вас не будет прицепа, вы не сможете взять пассажиров. То есть, еще раз, пассажиров мы здесь возим в прицепах. Так, погнали. Заводимся. Кнопочки открытия — это право-левое окно. Справа, видите, у меня двери. Наезжаем на этот знак, чтобы взять заказ. В биржу грузов. Ну вот наш заказ. 200 километров. Погнали, меня устраивает. Так, тормоз включаем. Если на момент, наверное, не развернусь я здесь до конца. Вот этот на лобовом стекле мой мод, о котором я говорил, видите, он информативный. В том плане очень удобно, если вдруг навигатор не работает, он отображается. У него вся основная информация, но так как ему мод сна использует, труда и отдыха назовите, показывает, что у меня уже вот скоро ваш товарищ будет ложиться спать. Вот, нам подсвечивает, где мы должны забрать наших пассажиров. Так, есть такой момент, иногда, когда вы наезжаете, не всегда загорается, косячит. Поэтому тоже имейте в виду, не всегда оно срабатывает, блин. Тут крутись, не крутись. Бывает такая фишка. Ладно. Грузимся. Ну, красота какая. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Ну вот. Раз сигнал нашли. Ну вот, наши дверки поехали. Да, вот этот мод шикарный.
Потом делаю на него отдельный обзор. И вот наши пассажиры там. Ну вот наш автовокзал. Trzymajcie prawej strony, a następnie skręć w prawo. Скрэнч вправо. Видите, конечная точка нашего маршрута. Jesteśmy на miejscu cali i zdrowi. Это замечательно. Так. Вот так, наверное, заезжать нужно. Сейчас еще раз попробуем здесь. Сможем мы прогрузить. Что-то вообще не хочет. Так, давай попробуем его опустить подушки. С этим связано. Ну-ка. Что-то не цепляет он, блин. Иногда нормально, иногда нет. Не хочет. Ну ладно. Вот видите, он уже должен зеленым гореть. Так. Ну что, как говорится, пассажиры на выход. Всем добро пожаловать, и мы прибыли. Ну вот, ребят, так примерно выглядит. То есть, кого заинтересует именно эти пассажирские перевозки, качайте, развлекайтесь. Может быть, с кем-то сможем в конвое поездить. На этом все. Ну, среди людей, которые занимаются грузопассажирскими перевозками, как говорится, у вас ни гвоздя, ни жезла, и реальным, и сочувствующим, вроде меня. Ребят, всем добра, вам побольше, хороших выходных, и до следующих встреч. Пока-пока.